Не знаю, насколько информативным будет видео. Ну, вот она палочка. Кольца достаточно крупные. Вот пробка. Вот. Ну, строй натуральный регуляр. Вот. Вот треснул. И идет восстановление. Такой достаточно мягкий. Однозначно сильные рывковые забросы не нужны. То есть это с оттяжкой. Но бросать будет, на мой взгляд, самый минимальный приманки. Вот на потряс бланк. Ну вот как-то так, не знаю, насколько это полезно будет.